Я Валентин Голубев, либеро спортивного клуба, волейбольного клуба «Локомотив». Сам я родом из Хабаровского края, Советско-Гаванский район, поселок Завета Ильича. Это крайняя точка Дальнего Востока, наверное, одна из дальних. У меня родители волейболисты, так что моя судьба была предрешена изначально, можно так сказать. Из-за того, что мне было мало лет, это было мне, наверное, 7, волейбол в таком возрасте у нас как-то не брали, и я занимался футболом. 3-4 года посвятил себя футболу, мне это очень нравилось, еще привыкал, сейчас до сих пор я люблю этим заниматься. То есть мне нравится футбол, играть, смотреть, это мое второе хобби. Затем мне родители сказали спустя 4 года, что больших успехов в футболе я не дам, потому что у нас слабо развит футбол в моем поселке. Вот. А в волейболе как бы, у меня тренера родители, вот, и они мне предоставят возможность где-то заиграть. Я буду ездить, и как бы, за этим заманили. Вот, да, они дали мне возможность заниматься тем и тем одновременно, это было очень тяжело. И спустя, наверное, 2 недели я сказал, что все, футбол хватит, и играем в волейбол. Изначально я начинал как связующий игрок, из-за того, что у меня маленький рост был. Ну, а затем, наверное, спустя 1-2 года, когда я подрос, мне было 13-14, появилась необходимость в команде принимать. А принимать я, это мне дано, можно сказать. В год, наверное, в 2007 играли Кубок России по детям. И у нас как бы выстрелили, выиграли его. И, можно сказать, это толкнуло меня на поездку сюда. Изначально я очень сильно хотел сюда ехать, потому что у меня многие друзья. А когда настал звонок от тренера с Новосибирска, сказали, все, Валя, давай, через неделю мы ждем тебя на сборах в Новосибирске. Я начал, так сказать, мяться, как бы. Но родители меня просто силы выпихнули. Съезди, а там как не захочешь, вернешься. Вот. И буквально прошел месяц на сборах. Вот. Я звоню родителям, ну нет, пап, высылай вещи. Типа я остаюсь в Новосибирске, да. Ну, отец приехал, писали контракт, все, я остался здесь. Ну да, мне кажется, все равно это была какая-то новая ступень для меня, потому что, во-первых, совсем другое отношение поменялось. Вот. А здесь уже появились как бы тренер, то есть он говорил, что делать, как делать, учить, чтобы все было все правильно. Вот. Ну и, конечно же, требует результат. Вот. И меня перевели в либеро, тоже не было людей. Позиция либеро тяжелая для меня. Ну, мало моментов, из-за которых ты можешь завестись. И я увидел эту команду, и увидел их игру, и вот тогда я стал фанатом этой команды. Мое первое ощущение, когда я посмотрел первый раз волейбол здесь, на трибуне, у меня просто, когда начали обижать игроков, у меня мурашки по коже были. Но более значимо на следующий год, наверное, когда мы выиграли следующий кубок, тогда я уже был основным лидером здесь в команде. Тогда я уже полностью ощутил тот путь, который, пройдя от предварительного этапа до финала, это совсем как бы другое чувство, когда ты играешь в основе и чувствуешь, что ты заслужил эту победу. 2013 год, тяжелый год для нас был. Мы провалили Кубок России, стали 4-ми. Когда мы узнали, что будет Лига чемпионов у нас дома, мысли были там уже в финале. Мы вышли и играли с казанским «Зенитом» в полуфинале. До этого мы 2 года их не побеждали просто. Все игры очень нервные, последние годы мы их не выигрывали. Вышли с новыми эмоциями, не знаю, были очень заведены, но главный матч с ним мы выиграли. Мини-победа уже была, для нас это очень было значимо. Хотя после казанского «Зенита» у нас в команде мало кто занимался, что мы их победим. Эмоции были колоссальные. У меня аж слезы появились. Просто в таком восторге, что это непередаваемо. Здесь все устраивают. Здесь у меня жена, здесь у меня родные, здесь у меня друзья. То есть это мой город. Ну, во-первых, что фанат волейбола. Мне это очень нравится. Я хочу доказать то, что я вот не хуже того игрока, который стоит напротив меня в такой, ну, как бы в другой майке. Даже иной раз я как бы настраиваюсь просто на игроков, не на команду. Каждый раз я вот стараюсь доказать, что сам себя заводишь, так что это, если заводишь себя, то у тебя игра получается. Если других заводишь, то и другие начинают играть. В площадке и за площадкой я, как мне кажется, это 2 разных человека. То есть вне площадки я спокойный, несуетливый. Когда я захожу на площадку, то наоборот, у меня куча эмоций. Наверное, так и есть, что я их просто там оставляю, и в обыденной жизни у меня все спокойно проходит. Главное – верить в себя, верить в команду, вот, и не останавливаться никогда.